Костя. Дай. Это Влад. Это Младен. Сейчас мы находимся в китайском квартале. В китайском квартале, да. Здесь проходит маленькая медитация. Посмотрите, посмотрите на их спокойные. Посмотрите, получше, получше. Они получают энергию ци внутри себя. Инцинхай. Энергии. Если мы направим на них инфракрасный луч, направим на инфракрасный луч, а, не получается. В общем, от них идет огромное количество тепла, если вы видели в этой инфракрасной камере. Тебя прет? Прет Амансер. Вот их прет. Привет. 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 Опять ты мне даешь. Гуманизм. Основа социалистического труда. Что, еще расскажешь? Не знаю. О май гад. Это Влад. Это Влада. Это памятник свободы. Покажи памятник свободы. Самый первый вариант. Которую везли из Латвии перед Второй мировой войной. Нагло сперли. Нагло сперли, да. Надо по-быстрому переходить, да. Я думаю, в интернешнл ресторане будет. Первый блюдо. 213-2. Что будет? Ничего. Ничего не будет. А, вот там слева калибри, да? Там, да. Идем на Пикадилли, выйдем как раз. Ну покажем. Да. Самая плотная площадь, да? О. Это не мой. Самая большая? Самая большая? Ну, центр. Самое главное. Знаешь, там где-то все экраны стоят? Саньё. Саньё? Саньё? Ну там Саньё написано. Саньё, да? Там часто Саньё делают. Саньё, там что-то еще. Марки все, бренды. Бренды, самые известные бренды. Посмотрим, зайдем, поглядим, может что-нибудь возьмем, везем. О, Парклай, ёппары с этой банк нашли. Ты пойдешь? Какой? Парклай. Ну так у меня не Парклай. Так ты, кажется, что они сейчас снимаешь? Там бесплатно, там фри кэш делается. Сейчас же лет уже платный банкомат. Не, я не знаю, я не слышал. В 2008 я помню, когда приехал. Я в Парклай я всегда, я снимаю Парклай, у меня ничего не снимает. Ты уверен? На 1000%. А ты что, снимаешь за именно твой конкретный банк? Что да. Ты, что ты так боишься? Ты, я в любых банках снимаю. Ну, в любой банк. Я еще не начал. Это Младен. Мы стоим на центральной площади. Площадь Пикадилли. Да. Знаменитые экраны и знаменитое место Саньё. Саньё. Вот. Coca-Cola the best, как всегда он за топ. Там какой-то митинг. Митинг с коммунистом. Митинг дурачков. Но тем, кому нечего делать. Кто хочет языками потрепать? Поорать. Там туда. Не, да, коммунистом. Это Влад. Это наш Влад. Видео ты снимаешь? Да. Это Влад. А там митинг. Это Влад. Это Влад. Митинг защиту Палестины. Если вы повернете камеру налево, вы увидите множество людей с транспарантами и все дела. И все дела. И все дела. А это опять Влад. Это опять Влад. Что? We are all Palestinians! We are all Palestinians! We are all Palestinians! We are all Palestinians! Spider! What is fine time? Сразу вспомнил, потерло деньги, да? Да, я ж немец. А я ж немка. А? Я ж немка. Что? Парк.
А, немка, я немка. Ну да. Я думал, шлем, я шлем что-то дал. Шлемка. Кепка. Да, немка. Шляпка. Ну вот, если это там то ты будешь. Это затоп под водой. Да? Ты помнишь это? Не 20 важных дней спустя, а про потоп. Про потоп. Фильм. Потоп? Да. Знакомил весь Лондон. Знакомил весь Лондон? Да. А, 2012-й? Фильм этот? Не-не-не, там не Лондон, 2012. Другой какой-то фильм был там. Это дамба, которая на Темзе, она не выдержала. А, хер его знает, не знаю, я смотрел фильм, я понравился. Ой, ну что, посидим здесь, постреляем копеек, может, еду тут. Играть умеешь? Я на гитаре умею. Да? Гитары нет? Айланка танцевать будет. Знаешь, такое, египетское. Я не такое покрывало. Я буду деньги. Руками, знаешь, покрывало просто. Или со шляпкой бегать, знаешь? Со шляпкой бегать. Это вожак, наверное. Блин, а больше курицы? Курица. Сфоткай курицу. Взял под... Мы можем ее взять, можем? А что в поиске? Ну, Викторию с таким кусем. Смотри, в глаз выклеить еще. Хамка, не смотри на него, пристально. Прикольные, да? Здоровые, да. Такого сейчас схватишь, он как на все трипаться, блин. Просто схватишь, рыпаться начнет. Вон, видишь, эти лягушачьи лапки. Мутант такой поплыл. Что там все на видео снимаешь? О, смотри, сорока. Ту-ту-ту-ту-ту. Подбежал. Там лебеди. Сейчас драка да все. Смотри, смотри, снимай там. Смотри. Блин, такое не сняло, не? Он подбежал, и та утка его испугала. Сорока. Офигеть, они здесь, прикинь, блатные Бекану. Места за хлеб. Конечно. Видел? Эта утка выгнала сороку. Офигеть. У них тоже расизм. Да у них тут свои места уже забитые. Везде это. Что стоим? Давай, эй. Ну хватит, он так и будет чесаться.